автобус идет вдоль моря и потом заворачивает туда уже в город. Сегодня солнечно. Дороги. Тут, кстати, водители очень плохо водят автобусы. Все время дергают, все время нужно держаться, даже если ты сидишь. Приехала на станцию автобусную в нашем городе Юрете. Вот. Так что иду здесь. С этой стороны останавливаются автобусы местные, которые по городу ходят. А вот с той стороны станции там автобусы, которые ходят в соседние города, в Барселону едут, и в Жерону, и в Тосу, и в Бланас. Это все вот такие вот. Вот это вот наша станция. Наша станция. Вот я мимо станции иду. Мне нужно сейчас Дом культуры. У нас занятие проходит в Доме культуры. Он так и называется по-испански тоже. Дом культуры. Касса. Касса культуры. Касса культуры. Вот так что. Автобус уехал. Я иду через дорогу. Через дорогу и сейчас приду к Дому культуры. А вот он впереди уже виднеется Дом культуры. Так что осталось чуть-чуть и будешь получать новые знания по испанскому языку. Так что, ну, тут везде всякие разные растения, которые у нас растут дома в горшках, а здесь они вырастают до вот таких размеров, до третьего этажа. Что значит другая погода, другая природа.
Вот здесь вот эти леса. Видно, ремонтирует. Видно, ремонтирует Дом культуры.